Большое спасибо, любимый Рав. В какой момент я могу различить, что закончился процесс тьмы и начинается процесс света? Как я могу это различить? Пока мы, находясь во время подготовки, мы ожидаем знаний, ощущений. А это не тот свет, о котором говорят каббалисты. Каббалисты имеют в виду свет как силу отдачи, силу любви, силу объединения, которая раскрывается в человеке. А мы пока говорим о хорошем ощущении в разуме и чувствах. Это все до того, как мы подходим к какому-то истинному, правильному приближению к Творцу. Поэтому мы должны больше говорить о том, что такое истинное сближение, что такое настоящий шаг в сторону Творца. А он должен быть выше материальных разумов и чувств, то, что называется выше знания. И то, что мы можем приобрести такие состояния через связь между нами, именно через отторжение, через удаление между нами. Мы, да, будем стараться раскрыть неэгоистическую связь. Мне не удается это выразить, но неэгоистическую связь. Когда я буду радоваться от того, что у меня нет к этому связи, с этим связи, когда я нахожусь выше своего «я». Ну, трудно. Трудно даже выразить себя. Ну, еще поговорим и подберем слово.